корабль данный «Вандемьер» построен в 1993 году. Всего таких кораблей было построено для Франции 6 и 2 для Марокко. Корабль базируется на французских островах в Новой Каледонии, острова в Тихом океане. Во Франции, как таковой, он почти никогда не бывал. Базируется всегда в Тихом океане. Фрегат имеет на вооружении две противокорабельные ракеты «Экзосет». Одна пушка 100 мм калибр, две пушки по 20 мм и переносные зенитно-ракетные комплексы. Выполняет задачи в Тихом океане, в районах, где не требуется усиленное военное внимание. Бывал у берегов Ирака, но в боевых действиях не участвовал. Данный корабль посещал Россию 3 или 4 года назад. Я пришел просто посмотреть на корабль, как вообще он выглядит изнутри. Но мне понравилось на капитанском мостике. Я пришел посмотреть морские карты, которые были на капитанском мостике. Хотя бы представить, как они выглядят. Так как я являюсь студенткой ДВФУ, мне очень важно пойти было именно не как на экскурсию, а как на практику по речи, по практике речи, по именно разговорному. Это достаточно большой опыт. Достаточно необычно побывать на корабле, увидеть, чем живут матросы, но еще более интересно именно пообщаться с ними на родном языке. Если кому-то это достаточно сложно, можно попробовать на английском. Что очень удивляет, все очень приветливые, постоянно улыбаются, что достаточно сложно увидеть в России, чтобы люди просто шли по улице и улыбались. Самое интересное, это, пожалуй, есть такая традиция у них, то что если подержаться вот за красный помпончик, который находится у них на голове, только причем, чтобы именно фуражка обязательно была на голове матроса, можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Je veux aller en France! Хочу во Францию! And if you have some question, Это было распишение. Нам нужно посетителя взять комментарий.